жена священника сохраняет образ женщины, в общем-то, прошлого. Ну, то есть женщина, которая знает, что такое целомудрие, знает, что такое верность мужу. Господь дает нам жен чаще всего совсем не похожих на нас. Вот взять хотя бы меня и мою Алевтину Андреевну. Я худен, строен, подтянут. Она округла и полновата. Взглянуть на нас со стороны, я единица, она ноль. Но вместе мы образуем десяточку. Без меня, без единицы, она была бы ноль. Но я без нее, без нуля, оставался бы всего лишь единичкой. 7 утра. То, что в подавляющем количестве случаев и безоговорочно каждое утро делал отец, сегодня в вынужденном порядке взвалила на свои плечи мама семейства. Развести 3 детишек в школу и детский садик, 4-я же девочка, самая маленькая, она на руках, пока еще не в садик и уж тем более в школу не ходит и останется с мамой на весь день, полностью завладев ее вниманием. Мы едем в садик сегодня на этой машине большой, представляешь? Видя, насколько маме непросто, старшая дочка с пониманием и по-хозяйски берет на себя спуск коляски вниз. Опять же, оговоримся, что все это обычно забота папы, но сегодня так уж сложилось, увы, не тот день. Он уже в 5 утра был вынужден сорваться за 200 километров, чтобы уже в 8 гарантированно быть на согласовании эскиза креста для своего нового прихода. Именно там, далеко от города, нашлись некие поистине уникальные мастерские, которым и было решено доверить это важное дело. Мама на папу, естественно, не в обиде, что поделаешь, муж священник. И это еще до его рукоположения в сан было ясно, что ни себе, ни семье он полностью принадлежать не будет. Папа, это пальчик папа, это пальчик дедушка, это пальчик бабушки. Это вся моя семья. Вообще кажется, что здесь призвание отца – это как данность, смиренно принимаемая семьей. И с точки зрения среднестатистического обывателя складывается впечатление, что данному положению вещей может только позавидовать любой мирской мужчина, всецело отдающий себя чему-то высокому, чему-то еще помимо семьи. Давай посмотрим, там кто-то есть. А ровно в это же время еще одно гостеприимное семейство, проснувшись, неспешно, без суеты, готовится вступить в свой новый день. Хотя детей здесь аж 10, хранительница очага, кстати, тоже матушка Вера, самая что ни на есть мать-героиня, маленьких детишек здесь уже нет. Все выросли. Старшие обзавелись своими семьями, живут отдельно и регулярно радуют свою маму внуками. Но младшие по-прежнему в семейном гнезде. Неторопливо собираются кто на учебу, кто на работу. Утро здесь, как, впрочем, и в семье любого священника, начинается с семейной утренней молитвы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Богатство своему граду Минску милость показа. Просвети нас грешным сиянием своим, яви яко пресно силу свою. Доброе утро. Это утро в семье отца Анатолия и матушки Веры Ковалевых сегодня тоже началось с исключения из правил. Папа, который служит в Петропавловском соборе, что на Минской Немиге, спешно еще затемно уехал в еще один свой приход, в Новый Двор, недалеко от столицы. Там, расположенный в местном еще дореволюционном здании, его небольшой сельский храм требует очередного ремонта, и ему лично приходится руководить строительными работами. И поэтому мама и дети, смиренно понимая весь смысл и глубину отцовского служения, помолясь на день грядущий, спокойно сервируют простой стол, готовясь позавтракать. За столом неторопливая беседа, после чего чада начинают по очереди разлетаться из семейного гнезда, каждый кто куда. За этим столом они опять соберутся лишь поздно вечером на семейный ужин. У мамы сейчас появляется свободное время, при этом, как она сама подчеркивает, по-настоящему свободное. Особенно в сравнении с воспоминаниями о том, как это по-женски все-таки было непросто вырастить аж 10 детей настоящими людьми. Что, может быть, с точки зрения женщины было самое сложное в вашей жизни? Вся жизнь сложная. 10 детей, все на моих руках. Господи, помоги. Хочется и отдохнуть, хочется
Но надо, 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 не жалея себя, надо. А теперь я уже как царица. Мама, что сделать? Мама, отдыхай. Вот уже 10 лет у меня вот такая вот идет радость, что я могу оставить, все сделают. Она рада и гордится, что все ее 10 мальчиков и девочек так или иначе, но пошли стопами отца. Духовности не бывает много, и в служении Богу, ближним и Отечеству мать видит смысл жизни каждого из любимых чад своих. Вот диакон Макарий, диакон Иоанн сейчас. Дарья, матушка. Дарья вот с отцом Георгием Кобринский. А уже батюшка. Да. Учились вместе. В духовном училище. А он за ней ухаживал? Ну да, они 3 года встречались. А это вот отец диакон со своей Екатериной. Он был псаломщиком, она пела в хоре. Вот Макария Елена, это он окончил Петербургскую семинарию академию. Макарий. Да, вместе с Еленой. Эти кадры из семейного архива годичной давности снимались, когда жизненную позицию матушки Веры Ковалевой просто невозможно было не оценить. В воспоминаниях очевидцев тогдашних событий есть такой момент. В те дни в среде священнослужителей на некоторое время получила хождение фраза, дескать, «Недостоин протоиерея протоиерей, если нет 10 детей». Еще одна наша героиня, это солнечное утро, в отличие от остальных героев, встречает и вовсе вне стен родного дома. Получив благословение родителей, она еще затемно собралась в уже привычный для себя путь. И сейчас, через 3 часа после отбытия из родного Кобрина, оказалась в Слонями, что на Гродненщине. И сейчас ей надо придумать, как бы это доехать до Жировичей. Это в нескольких километрах от самого города. В одинокой, стройной, хрупкой, невероятно женственной девичьей фигурке посреди вокзала только самые искушенные угадают будущего регента церковного хора. Роскошный и просторный по меркам небольшого районного города Слонимский вокзал в будний день выглядит несколько сиротливо, но слонимские солнце и воздух, навсегда запавший Маше в душу, лишь приободряют ее. Эта атмосфера означает для нее все то, что, по ее разумению, стало теперь, пожалуй, самым важным. Она в который раз вернулась на свою вторую родину, ставшую ей второй всего за несколько лет. Осталось всего ничего, какие-то несколько километров, где, как и положено для любой второй родины, Маша окажется в своем втором родном доме, в стенах Жировичской Минской духовной семинарии. Вариантов немного. Попутка вполне подойдет, чтобы добраться самой и довести увесистую сумку. Эта сумка наполнена обычно детскими книжками, потому что я еще преподаю в детском садике и в воскресной школе. Вот. Поэтому я очень много читаю такой литературы детской. Но многие говорили мне, что нужно получить сначала светское образование, вот потом идти уже на регента учиться. Я хотела быть преподавателем начальных классов или же пойти на медсестру. Мне нравится профессия, которая предусматривает служение людям. Тем временем, заведя детей в садик и школу, с малышкой на руках домой вернулась Вера. Убаюкав Агнешку, села за компьютер разобрать переписку в ящике электронной почты. В уме приготовление праздничного стола. Сегодня у сынишки день рождения. И вечером, когда все соберутся, в доме будет большой праздник. Поэтому, отодвинув ноутбук, основательно принимается хозяйничать на кухне. Дочь спит. И это как раз очень кстати, потому что в доме появляется глава семейства, которого сегодня, в силу роднего ухода, никто из родных еще не успел лицезреть. У папы с мамой появилась минутка побыть наедине. Пирожок. Пускай все видят, что я тебя каждый день пирожками кормлю. Mm-hmm. О, красота. Пьем. Время обожаемого всеми семейного ритуала, а именно совместный кофе. Оба молодых родителя решили для себя, что обязательно в течение дня будут находить эти несколько минут друг для друга за чашкой бодрящего напитка. Как нельзя кстати, здесь отменная кофемашина, которую дали хорошие друзья для использования на одной из недавних православных ярмарок. Пока кофеварку не забрали, глава семьи досконально изучил все доступные ей рецепты приготовления, и кофе, как для самой семьи, так и для многочисленных ее гостей, получается превосходным. Конечно, ты довольна. Сейчас мы всей вашей бригаде наварим кофе. Я вряд ли представлял себе, что значит священнослужение.
Потому что был некий определенный поколение, я так думаю, моих сверстников, вот, которые пришли в церковь, воцерковились, кто-то поступал в духовную семинарию, мы пришли на волне такого романтизма. Ну, я имею в виду тех парней, которые поступали в духовную семинарию, они не были из священнических семей, они не были укоренены в детстве в православии. То есть мы там пришли через рок-музыку, через литературу, через какие-то духовные поиски, там, меру проб и ошибок каких-то. Вот. И был такой определенный налет романтизма. Я своего супруга знала еще с детства. Вот. Он учился у моего отца. И мне в женскую гимназию нужен был кавалер на выпускной бал. Для себя с подружкой пригласили двух друзей. Так и познакомились. Вы знаете, на тот момент я вряд ли мог себе представлять, что значит быть священником. Вообще очень сложно вспоминать, о чем же я думал. Вот. Но то, что я не думал о своей семье, тогда как она будет обеспечена, это факт. Есть такая даже поговорка, нужно идти ради Христа, а не ради куска хлеба. Вот если ты идешь ради куска хлеба, то все закончится очень печально. Вот этот прагматизм, церковь — это не та среда, да, в которой можно там, прославиться там, или сделать карьерный рост. Церковь — это место служения. Чем, в общем-то, выше ты в чине иерархии, то, соответственно, мера ответственности она увеличивается. Начинали мы с двух чемоданчиков, уезжали в Моздок. Ну и потом как-то все своим чередом шло. Попеременно то в хлопотах по хозяйству, то показывая очередную любимую фотографию семейного альбома, матушка Вера собирается на послушание в Петропавловский собор. Угощая гостей кофе мы вообще заметили как-то популярен в семьях матушек, пожалуй, это один из немногих, если не единственный изыск в простых домах священнослужителей. Матушка делится воспоминаниями о том, как ей все-таки повезло с мужем, как становились на ноги дети, как это приятно видеть, какими они выросли, что семью и ранее местами баловала пресса, что на удивление, несмотря на все гонения в советские времена, это напасть таки прошла семью стороной. Супруг свое духовное служение начинал далеко, в Моздоке, в небольшом приходе. Люди там были хорошие, говорит, что никогда бы не подумал, что сейчас там будет твориться такое беззаконие. Потом Бог дал вернуться в Минск. Жили, поживали, да детей наживали. Со временем наладился быт. А вот мы как начинали. Вот сколько здесь у нас, 9 детей. Вот эта комната. Вот и на месте. За несколько лет здесь все стало своим, близким. Эти величественные стены, подруги, наставники. Сегодня официальное начало занятий. На самом деле Маша уже приезжала сюда после летних каникул. Дело в том, что учебный год здесь начинается после послушания на полевых работах монастырских полей. Просто так получилось, что было дозволено на пару дней отлучиться к родителям. Нынче же начинается непосредственно учеба. Получается, ты приезжаешь, есть каникулы там пасхальные, рождественские, Тебя домой не тянет вообще так? Вы знаете, поначалу, когда я поступила сюда, меня тянуло домой, потому что казалось, что ты здесь пока никому не нужен. Ну вот не хочется чаще дома бывать? Вы знаете, когда вот уже вливаешься в процесс, когда тебе хочется получить какие-то знания, это появляется такой интерес, вот, тогда... Нет, домой не хочется. Здесь Маша проведет весь свой учебный год, так сказать, не выезжая, в стационаре. Ей и подругам по регенскому отделению положено лишь несколько каникул, и то только на самые значимые праздники, такие как, например, Пасха или Рождество. За внешне кажущейся строгостью быта и распорядка на самом деле скрываются искреннее душевное тепло окружающих, неповторимая атмосфера убеленного сединами храмового комплекса, будни, наполненные смыслом духовного роста, в необходимости которого убеждены все и вся. И это уж точно не на словах. Достаточно просто оказаться здесь, и отпадут любые сомнения. Аминь, добрый день. Итак, нравственное богословие. Мне нравится группа, вот наши девочки. Вот общение с ними, дружба. А вообще, конечно же, то, что нас ставят к хору, мы можем на практике почувствовать, каково это быть регентом.
Учебный процесс здесь построен в основном на базе богословских дисциплин. Естественно, девушкам-регентам в огромном объеме преподаются музыка и вокал. Это ведь их будущая специализация. Оценки, кстати, здесь сохранились в своей пятибалльной системе, даже несмотря на то, что мирское образование у нас в Беларуси уже давно исходит из 10 баллов. Но вот еще вопрос. Является ли одним и тем же нравственность и мораль, как вы думаете? Мне кажется, эти понятия в чем-то синонимичны, ведь объясняя понятие нравственности, мы приходим к морали, а говоря о морали, отталкиваемся от нравственности. Вы знаете, есть такая поговорка поповская, что если не знаешь поступить как, спроси матушку. Это мне говорил не один священник уже. Но в этом есть своя мудрость, потому что жена священника, она видит его, ну, в ином свете. Жена, она всегда очень может трезвым словом остановить. Короткая, но такая уютная встреча с супругой вынуждена завершиться так же скоропалительно, как и началась. Позвонили из прихода, привезли стройматериалы, нужно ехать туда, оставляя дорогих сердцу людей и любимые стены. Как раз проснулась младшая дочь. Мама с Агнешкой выходят провожать папу. Солнце. Благословите нас. Чашку кофе и кусочек пирога жены, пожалуй, придется счесть за сегодняшний обед. Нормально перекусить сегодня удастся только вечером, другого не дано. Часы неумолимо отчитывают время, опаздываем. Еще хорошо, что случайным образом позвонил прихожанин, который просил о встрече, и, оказавшись случайно рядом на машине, заодно и подвезет. Отец Павел спешит к месту встречи, растворяясь в лабиринте проулков. Домой он вернется, когда придет пора забирать детей из школы и садика, а потом, отъехав по неотложному делу, вернется лишь поздно вечером, к середине празднования дня рождения сынишки. Ничего не поделаешь. Служение. Порой в некоторых СМИ можно встретить нелицеприятные отзывы о том, что, дескать, у нас чуть ли не мода выйти за священника, что, дескать, девичий контингент, претендующий на роль матушки, уже не тот, что был. Но вот чудо! Матушка Вера с высоты своего опыта особенно настаивает на развенчании этого мифа. Для чего? Они очень активные, чего не знают, все спрашивают, не стесняются. Очень хорошие матушки. Замечательные, с уважением к старшим относятся, трудолюбивые. Матушка Вера спешит на послушание в Петропавловский собор. День солнечный, заполненный людским потоком Немига. По дороге от столичной подземки появляется мысль, что после послушания еще останется время. И, наверное, лучшим способом провести его стала бы поездка к мужу в его новодворский приход. Впрочем, это пока еще только мысли, до нового двора еще как-то добраться нужно. Но чего не сделаешь ради родного человека. А вот мы и пришли. Прежде чем приступить к своим обязанностям в храме, матушка Вера обычно все начинает с небольшой молитвы. Спаси Господи и помилуй митрополита Филарета, протерея Георгия с братьей протерея Анатолия, Веру, Петра, Марину, младенца Елену, Анастасию, Валентину, диакона Иоанна, Екатерину, диакона Макария, Александра, Дарью, Иерея Георгия, Ольгу, Дионисия, Мартина, крестных родителей, Минадору и Ирину, и всех заповедующих. Молитесь о них. Господи, помилуй. А еще скажите, я хочу покрестить ребеночка. Что для этого надо сделать? Приходите, пожалуйста, на собеседование в воскресенье или в понедельник в 17:00. Крестные родители должны прийти. Спасибо. Спасибо, Господи. Банальная мирская фраза «справок не даем» здесь не работает. Помочь определиться с выбором, что-то посоветовать, на это всегда есть и время, и желание. Занятия подошли к концу, сейчас Маше надо спешить на послушание. Вполне логично и полезно для любой молодой девушки на кухне. Здесь не только надо уметь готовить. Сейчас у нас идет обед, и я буду обслуживать тех, кто пришел к нам на обед. Но и эстетично сервировать, все расставить по своим местам, в общем, быть своего рода хозяйкой в профессорско-преподавательской трапезной. Высокий парень в дверях, Машин хороший друг. Познакомились здесь же, Олег семинарист. На саму кухню ему заходить, естественно, нельзя, не принято. К тому же после 4 пар у Олега начинаются свои послушания, поэтому в середине дня более-менее увидеть Машу он может только вот так вот, мельком и на секундочку. Впрочем, ребятам и это в радость. Скоро закончу. Буду ждать. Хорошо. Бог в помощь. Пока.
Мы на пути к одному из минских социальных центров. Даже оставаясь заботливой мамой четверых детишек, Вера находит время, продолжая сотрудничать с целым рядом организаций. Тематика, пожалуй, неприходящая. Боль любого общества – аборты и дети с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. И я работаю по просвещению и женщин, и гинекологов, и семейных пар в области контрацепции, что является абортивного средства, что нет, какие альтернативы церковь может предложить. Вот. И напоминаем постоянно людям о том, что дети – это дар Божий. При всей, казалось бы, загруженности графика, Вера еще и пишет книги. Книги, в которых делает попытку поделиться своим весьма немалым материнским опытом. Она, как большинство книжек, родилась из моей личной потребности прочитать такую книжку когда-нибудь. Вот. И я ждала, что ее кто-нибудь напишет, потом взялась сама. Почему-то такое бытует мнение о том, что если это у нас студент семинарии или регенского отделения, то они должны быть мировоззрение такое, как в танке, зашоренное. У некоторых может сложиться впечатление, что раз семья верующая, то на ней чуть ли, прости Господи, крест нужно ставить. Что это люди чуть ли не с архаичным мировоззрением, дремучим бытом, патриархальными устоями и якобы чрезвычайно скучной, неинтересной жизнью. Полнейшая чепуха. Для себя мы поняли, что это стереотип, насажденный целой эпохой галтелой предшествующей пропаганды. И дело вовсе не в том, что кому-то семья священнослужителя может показаться придерживающейся несколько консервативных взглядов, а в том, что мы сами не заметили, как стали шибко продвинутыми. В спешке, в ежедневной круговерти событий, не особо обременяя себя размышлениями об этичности и моральности содеянного еще каких-нибудь 5 минут назад, кто-то вдруг принимается судить о том, о чем имеет достаточно посредственное представление. Не судите, и не судимы будете. Я не говорю, что современная девушка должна быть старомодной и старых понятий. Я говорю, что она должна давать собой пример к добрым поступкам, которые зачастую проявляет жалость к бедным, сострадание, понимание, в первую очередь, человека, который в чем-то нуждается, помощь своим близким. Женщины в последнее время все больше выполняют мужские функции, не правда ли? Может быть, даже в какой-то мере начинают уподобляться мужчинам. Это и правда. И обижаются, что к ним не относятся как к женщинам. Это правда, но часто и мужчины начинают вести себя как женщины. Вот, и все-таки мужчина – это человек, на которого может положиться слабая женская рука, да, которая ее поддержит и в котором она может видеть идеал своего будущего мужа. Пожалуй, самая большая разница по отношению к мирским семьям, которая бросилась нам в глаза, так это то, что жены священников, супруги священников, выходя замуж за священника, действительно и по-настоящему выходили замуж. Именно замуж, то есть они за мужем. Не в том смысле, что их роль вторична, якобы подчинена воле супруга. Как раз наоборот, во всех трех наших случаях наши героини жили каждая неким своим предназначением. А то, что в духовном плане с супругом складывалось единомыслие, так здесь уж простите, так все в миру стараются выходить замуж и жениться. Мы обнаружили, что зачастую семья священника все-таки никак не плод плотского или страстного увлечения. В подавляющем большинстве случаев это скорее можно назвать единением единомышленников. К примеру, в случае с семьей отца Анатолия Ковалева это и вовсе была встреча двух поистине совпадающих мировоззрений. Вот во вторую встречу после нашего знакомства, ну, как я с ним уже познакомились, и лично подошел, я сказал, согласна ли она ехать в деревню. Согласна ли она, ну, если вот по долгу службы меня пошлют туда, потому что у нас же, как говорится, куда благословят, туда и едешь. И каких-то других перспектив особых не было. Поэтому она сказала, да, согласна. Мы не встречались, мы только так вот, ну, знали вот друг друга по собору. Он приехал, сделал предложение очень быстро. 2 ноября мы уже повенчались, а в октябре 14-го мы познакомились. Очень быстро. Да, 2 ноября мы уже венчались. Есть еще одна вещь, о которой, если бы мы не упомянули, картина в целом была бы неполной. Поражаешься, каким внутренним спокойствием наделены каждая из наших героинь. Это, пожалуй, не назовешь выдержкой или самообладанием. Тогда получилось бы, что человек, делая над собой усилия, постоянно терпит что-то, а это не так. Именно некое природное органичное спокойствие, неподчиненность и неприятие общей мирской спешки и суеты.
Они как бы над всем этим, с верой в Господа Бога, с всецелой полагаемостью на извечную истину, на все воля Божья.